Всем здорово, ребят. Ну что, настало время розыгрыша аккаунта Никиты на английском сервере, где есть два овника и куча других топовых героев. И плюс я решил сразу же разыграть еженедельку. Сейчас, чтобы не записывать кучу видосов и уже закончить с розыгрышем на этой неделе. Так, окей, поехали. Что надо было сделать, я вам в видосе говорил. Поехали, поищем видео. Так, видос на АК. Надо было зефирку, вот конкурс на топ АК. Два дня назад. Так, что у нас тут есть? Ну все, я все комменты уже, я уже чищу по-другому комментарии, сразу вас в тот же день добавляю, если вы в спам попали, открываю все. 325 комментариев у нас есть. Вам надо, как и на любом моем конкурсе, быть подписанным на канал, открыта подписка и репост сделать именно данного видоса, ну и написать комментарий, как с вами связаться. Вроде больше ничего такого сложного делать не надо было. Окей, поехали. Выбираем видосик. Так, поехали. Так, затайтл. Топчик. Мой иди. Поехали, посмотрим. Да ладно. А где репост? Короче, понятно все. Поехали дальше. Чем вы слушаете, я не знаю. Пау Максра, интересное такое, одна травма. Так, все видео. Так, это, конечно, весело. А где? Где этот видос? Где он? Подписка на канал есть. Поехали, сейчас посмотрим. Может, он так репостик сделал? Хотя он его не лайкнул, если у него его нету здесь. В видосе. Поехали хотя бы посмотрим. В общем, пролет, поехали, следующего ищем. Чего вы не смотрите, что надо сделать, я уже не знаю. Так, канал Скорпиона. Конкурс на топак есть. Подписка есть. Все есть, все выполнено. Поздравляю, Данил, с аккаунтом. Вот так вот. Спасибо Никите за то, что он решил разыграть этот аккаунт. Аккаунт разыгран, ребятушки. Поехали дальше. Поехали искать еженедельку. Так, сегодня что у нас 4 дня, сокровищница, это было выходные, халява. А теперь надо вспомнить, где я там разыгрывал.
атака треугольника. Кошмарная атака фортов. Так, атака фортов это было в воскресенье. Штурм пятых кошмарок. Новелла. Три дня. Ай, тьфу ты, мы ж не за эту неделю ищем, мы ищем за прошлую. Так, значит, до атаки фортов. Атака фортов на US-ке. Happy birthday. Три дня. Сейчас посмотрим. Под реловника и качну лак. Так, 4 дня это Вольфенштейн. Ой, с этими еженедельками всегда говорю, буду записывать и ничего не записываю. Так, новый рух, это, по-моему, в понедельник я выкидываю. И конкурс в понедельник. Да. Значит, изучаем Берлин. Это мы играли вечером. Жесть. Это тоже. Значит, последний будет Вольфенштейн. Предметом, да. Это у нас было... воскресенье вечером мы бегали. Так. А вот откуда я уже даже не помню, сейчас найдем перед этим. Ой. Это жесть какая-то. Бесплатный логник. По-моему, здесь. Сейчас пересмотрю. А уже следующее выкачаем отменим. Вот это начинается все с него. Это уже отменили. Окей. Разобрались, поехали. Раз, два, три. Так, по волнам считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, семь, да, получается у нас. Так интересно себя смотреть. 42. Еще разок перепроверю. 45 46 47. Вот так вот, плюс 5 этих видосов, 47. Вот начинается следующее. Вот скачаем Акленьева. Так, а ну-ка качаем Акленьева. Это разве прошлая неделя была? Бум-бурум-бурум. Так, ловим таланты. Это 2 недели назад было. Неделю назад. Это жесть. Это жесть, ребят. 4 дня. Ловим. Тыждень тому. Время кто ключит. Это наверное бесплатный лобник. Да, это этот видос. Неделю назад. Значит, за прошлую. Правильно перекачиваем АК, это третий видос был, 3 дня подряд. То есть после АК попробую попади таланты. Да, вот ловит бесплатный аватар, вот начиная отсюда. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 26, 32. 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44. Я еще это гляну. Как-то странно, странно. По плюхам сегодня. Очередной розыгрыш. Так, что у нас парящий остров. Воу-воу-воу, единичку выиграли. Так, окей, сардели сегодня. Так, это у нас получается 44. 45, 40. 6. 47, 48, 49, 49, 50, 51. Это атака фортов. И новая АВА и кошмарка. Это уже будет новая. 51 получается у меня. Сейчас еще раз пересчитаю. Вроде как-то так. Может, я ошибаюсь, но я уже сегодняшний запишу 100%. Такс. Castle Clash New Dawn. Так, атака фортов. Это была прошлая неделя. Я уже запутался с этими окниками, честно говоря. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, тринадцать, четырнадцать. 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30. Хотя, блядь, каких две недели, если у нас неделю назад было атака фортов, то получается за прошлую, да. Короче, ну его нахрен. Делаем все по-простому, по-сельскому. Считаем видосы, которые были неделю назад. Вот бесплатный урник. Вот начиная от него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Правильно? Я могу с утра ошибаться. 16, так, 4, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, атака фортов, 35. Вот по атаку фортов я считаю 35 видосов, от 1 до 35. И ну его нафиг. Запишем видос. Так, от 1 до 35. Где там наш Ренстав? Не обессудьте, но это печаль. Конкурсами 31. Поехали. 31. И опять делаем считалочку, ребятушки. Я уже завтыкал, где тут видос. Короче, все весело. Тики-тики-тики. Так, раз, два, три, четыре. Да, все правильно. 4, 16, 22, 28, 29, 30, 31. 31. Кошмарное подземелье. Сарделька. Вот кто смотрит Сарделю, те красава. Так, Сарделя есть. Я отсюда комментарии повытаскивал. 67 комментов. Красавчики, ребятушки. Заходим, обновляем рандомайзер. Все, сейчас запишу себе видос, какого будет. Так. Абдуллах Садулаев. Кстати, вот он вчера на стриме был, писал за конкурсы, когда. Вот когда-то. Посмотрим. И все. Вот писал. Ну, плейлисты зайдем. Не, все нормально.
Здесь все нормально. Так, проходим. Грубая, малышник. Бомбануло. Да, тут все есть. Вольфенштейн. Вот 4.10. Вот эти все видосы есть. Отлично. Стримы есть. Красавчик. Красавчик. Каналы открыто. Ну все, что, о чем тут говорить? Молодец. Такс. Будем. Боже, как все сложно. Как все у тебя сложно. Да, сам открыл свою айдишку. Прикольненько. А, то он айдишку скинул с этого, с игры, блин, я думаю, что за фигня? Подождите, я ему, по-моему, если я не ошибаюсь, я ему, по-моему, вчера ролил. Я гляну. Так, захват экрана я убрал. Я посмотрю. Да, я ему вчера еще, кстати, и ролил. Будет еще ролик на аккаунте. В общем, вот так вот. Поздравляю победителей. Пишите. Участвуйте в еженедельке. Условия я вам показываю каждый видос. Я уже запарился их делать, потому что все время ребята что-то делают не так. Все, всем удачи, всем пока.